Добрый день! И сегодня мы проведем обзор на эту прекрасную шедевральную машину Volvo S40 1998 года выпуска. Что я могу сказать по этой машине? Это самая безопасная машина в мире, которая только может быть. Капот мы сегодня открывать не будем. Там нечего смотреть, нужно знать одно. Это 2.0 на ручке. Пятиступенчатая ручка. Это не вмятина на капоте. Вы не знаете, 21 век, люди идут вперед. Когда воздух проходит над капотом, он прижимает его. Это типа спойлера. Окно под замену. Ну да. Единственный, бесключевой доступ. Смотрите, у меня нет ключа, ключ в замке зажигания. Открываешь, заходит. Машина открыта. Смотрите, как легко осуществляется посадка в этот автомобиль. Вы переносите аккуратно правую ногу в салон и начинаете пытаться пролезть. Внутрь. Пролезли. Внутрь. Вы пролезли. Вы зафиксировались. Вы видите перед собой прямую. Сцепление не выжимаем, потому что машина сразу готова к туру. Она сразу хочет, чтобы ей дали подсраку. Чтобы она понеслась. Стереодинамики. 240 км в час. Пробег ничего, 290 тысяч для Volvo. Да вы смеетесь. Аэрбэги целые. Сидушки. Не смотрите, что сидушки такие. Это быстро снимается и ставится рикаровский пакет полностью. Сзади. Это же семейная машина. Ультракомфорт. Ультракомфорт. Видны амортизаторы, чтобы было понятно, как она работает, как двигается все в этой машине. Дальше. Покрышки. Это не лысые покрышки, это слики. Чтобы было лучше сцепление с дорогой. Это охуенные слики. Хотите, я вам покажу? Это охлаждение тормозов. Отсюда заходит воздух, проходит через слики и уходит дальше. Машина не перегревается никогда. Расход топлива, ну, извините, за мощность надо платить. Где-то 20... В таком состоянии 25, может 30. Ну, извините, либо Мустанг, либо Volvo. Они в одной ценовой категории, в одной GT-группе. Они катаются кольцевые гонки, они вообще супер. Все правильно? Все правильно. Покупая такую машину, вам багажник не нужен. Он не нужен просто. Зачем вам багажник, имея столько кобыл под капотом? Он не нужен, он зафиксирован заводским замком. Все, он не откроется никогда. Фары, посмотрите, какой модинг. Это охуенно. Олва, охуенная тачка. Черненькие, затемненные. Это придает сразу брутальности автомобилю. Вот вы понимаете, я просто не могу сейчас завести ее, потому что, боюсь, мы оглушим всех людей на рынке. А мы этого делать не хотим. Что я могу еще сказать по этой машине? Покрышки Йокогама. С этой стороны немножко не слики. Немножко. Не слики. Ну это как бы, знаете, она будет крениться, и вот тут надо придерживать чуть-чуть машину. В повороте надо. Смотрите, тут все о пассажире позаботились. С этой стороны не слики. С этой стороны все будет. Макс. Ты знаешь, самое основное, да. Макс, ты знаешь, что с этим делать. Конечно. Черная изолента нам в помощь. Синяя. И, конечно же, крыша. Это тюнинг по заветам великого Давидыча. Черная крыша, это просто сразу. Вот Subaru стоит, тоже с черным капотом. Который тоже нужно отшлифовывать. Это Subaru вообще. И опять же, без ключевой доступ. Стекла, это кабриолет, только с крышей. Сидухи просто. Не понравилось сидуха, взял, вытащил, поставил новую. Все очень просто. Аэрбэги не открыты. Дерево. Настоящее дерево. Ничего, что это болтается, это не работает. Не нужно. Лето. Это работает. В общем, покупайте. Всего ничего. За 2000 я вам ее дам прямо сегодня. Забирайте. Уходите, наслаждайтесь тачкой. Всем пока. Увидимся.